Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёши Играет, и сегодня вышел очередной патч к Humankind, версия 549. Давайте коротенько о том, что он исправил, добавил, в двух словах вообще... Куча изменений баланса. Итак, конкретика. Добавили условия окончания игры. Теперь вы можете сами выбирать, в каком случае игра заканчивается. Хоть все можете выключить, хоть все включить. Количество ходов убрать и так далее, и так далее. Мне кажется, это надо было при релизе, конечно же, делать. Изменили стоимость строительства районов. Теперь она зависит от того, сколько районов этого типа у вас в городе построено. Вот для примера, видите, в Санкт-Котопёсиках фермерский стоит 270, научные 240, торговые 270 и ремесленные 227. То есть ремесленных у меня здесь меньше всего построено, поэтому они и дешевле стоят. Фермерских и торговых получается больше всего, но это, скорее всего, были вот уникальные районы. Ну, вот тут видно, что сеть каналов, например, нет, вот сеть каналов – это уникальный район Индии, да, он считается земледельческим кварталом, дворец Сатрапа считается торговым кварталом, это уникальный район Персии, что не, Ахаменидов, по-моему. Поэтому эти дороже стоят, а эти дешевле. Так что теперь... можно будет лучше специализировать города. Ну и вообще это более логично, на самом деле. Это как в той же шестой Циве. Да, чем больше вы построили научных кварталов в разных городах, тем они дороже будут стоить в дальнейшем. А тут, так как в одном городе можно много кварталов строить одного типа, то, соответственно, и именно эти кварталы становятся дороже. А раньше стоимость этих кварталов на всех их раскидывалась. То есть чем больше кварталов стоили, тем... дороже в производстве стоил квартал следующий, неважно какого типа. Просто большое изменение в юнитах, это все перечислять, ну, я не знаю, например, усилили метателей дротиков, до 21 у них сила, а при кидании дротиков, находясь на хорошей территории, они не плюс 4, а плюс 6 будут наносить урона. Просто это благородные метатели дротиков увеличили их силу до 26, но при этом уменьшили силу боевых слонов с 31 до 30. Воинов-ягуаров усилили с 33 до 35. Ну, в общем, это все перечислять, мне кажется, вообще неинтересно, потому что это просто надо в игре проверять. В общем, те, которые сильные юниты были, уникальные, их чуть... притушили, а те, которые были слабыми, их немножко улучшили. То есть надо бы проверить, как это в войне будет действовать. Глобально уменьшили стоимость содержания армии. Там в каждой эпохе, ну, например, во второй эпохе с 8 до 6 или с 10 до 8, а, например, в последней эпохе с 80 денег до 7. Ну, это имеется в виду от, в зависимости от юнитов, которые... в этой эпохе есть, ну там, грубо говоря, вот эта кавалерия, раньше было содержание 8 денег, а теперь 6. У многих юнитов уменьшили стоимость в ресурсах. Вот меня дико раздражало, что для колесницы требуется 2 меди, теперь, как видите, 1 медь. Ну, это потому что логично, потому что ее иногда просто невозможно было построить никак. Правда, при этом увеличили количество лошадей, потому что раньше она стоила 1 лошадь. Все-таки. Но это, мне кажется, логичнее, что тут больше лошадей надо, чем меди. А медь реже появляется, чем лошади. Ну да ладно. Ну и так по многим юнитам, я даже не буду во все конкретно вдаваться. Повторюсь, просто в двух словах. Изменение баланса юнитов, их стоимости и требования стратегических ресурсов. Так что надо просто заново играть и проверять, как это теперь все работает. Ну потому что вот огромный список вообще того, что тут есть. Как изменялись юниты, это все проверять и перечислять надо только в игре. Из важных правок отмечу исправление некоторых вещей, которые приводили к рассинхронизации игры, либо которые приводили к тому, что просто ход невозможно было закончить. Опять же, надо смотреть, как это работает. К сожалению, не написано опять ничего по поводу баланса появления ресурсов на карте, когда, может быть, в одном месте... куча всего, а в другом просто несколько районов тупо без ресурсов. И опять ничего про цивики не сказано, потому что последний раз, когда мы играли, я думаю, видели на стриме, что у некоторых людей опять цивики не появлялись.
В общем, наверное, завтра постримлю Humankind сетевую, посмотрим, как оно будет играться в очередной раз. Ну, балансирует. Единственное, что все-таки как-то медленно. И количество онлайна в Humankind показывает, что как бы народ постепенно уходит из игры. Тут куча идей отличных, ну и куча проблем, которые просто не дают пока наслаждаться. Новый патч. Кто не играл давно, рекомендую вернуться, проверить, поиграть с ним, с балансом юнитов. Ну а на этом все. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!